Так, тут я установил мод на что? На голых девок и... В поисках Йеннифер своей давней любви. Да, 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 все это ясно, миллион раз слышал. Казалось, что побыстрее бы с белого сада свалить. Шаг, и все же она оставалась неуловимой. Короче, идея. Прошлый раз, когда я играл, не помню уже, когда последний раз заходил, но идея была в том, чтобы, приехав с белого сада туда уже в Велен, начать наоборот со Скеллиги, а потом на Виград, и потом уже в конце Велен. Вот, так как все равно, если все начинают, ну вот, когда первый раз игру играешь, ну начинаешь с Велена, потому что ты там появился. Вот, и по сути ты все равно туда возвращаешься со Скеллиги, если на Виград второй. Вот, пускай будет Скеллиги сначала, потом на Виград, а потом уже Велен. Это заранее я так хочу проходить. Потом касательно каменных сердец, бабы голые ходят, и крови и вина, хочется побыстрее и меч, и руны открыть. Вот, но интересно, что будет с экономикой. Сейчас я что-то подкрутил. О, кстати, хп себе увеличил, где-то там какой-то модификатор я увеличил. Так, что по характеристикам? Ну вот, по косарю урон нормальный, в принципе. Пускай так и будет. Урон вроде я в два раза увеличил. Сейчас, короче, еще раз по настройкам пройдись. Обучение, колода, гвинт, настройка. Так, моды. И, кстати, русификатор я поставил. Теперь вот эту всю парашу можно читать на русском. Ну, вот дополнение. Что там? Immersive Cam. Вот эта вся параша. Вот, friendly экономика. Тут я все увеличил, короче. Не знаю, что это будет. Все это стоить будет или продаваться будет дорого. Я хуй его знает. Просто увеличил. Вот, множитель покупки. Это, типа, я покупаю за 1%. Ну, если это проценты вообще, блядь. Вот, к примеру, допустим, вещь стоит 100 крон, да? То она будет за 1 крону. По идее, должна продаваться мне. Вот, но если если я на 5 поставлю, то она будет сколько? Она будет стоить 500. Вроде как так. Вот это еще надо протестить, проверить, посмотреть. Вот это я вообще не понимаю, что это, блядь. Прочность чего, нахуй? Не ясно, нихуя. Мододелы, сука, они должны писать. Что это, нахуй? Что, чего прочность, блядь? Хоть тут бы, сука, строчку написали, что это за хуйня. Разная, нахуй. Что это? Это, короче, цены крафта, вот этой всей параши, короче, 0.10 я поставил, заебись. Худ, слотс, это вообще мне похуй. Игровой процесс, вот тут долгая хуйня, здесь бой, выносливость и скорость, блядь. Расход выносливости, короче. Ну, типа, если максималка выносливости вот 30, да? То есть 30 единиц у нас, грубо говоря, выносливости, да? То есть я могу въебать дохуя ударов. Вот. Это заебись. Мощные атаки. Ну, пускай будет 2,5. Хули, какие проблемы. Перемещение. Блок. Половина. Парирование вообще немножко. Восстановление выносливости. Задержка, в основном задержки нахуй, все убрал. Штрафы, блядь. Увечья, все это хуйня. Шанс при ударе. Чего, блядь? Увечья кого при ударе? Удара меня или я ударяю как-то, блядь? Ноль нахуй. Пизду. Иммунитет игрока включен. Уведомление. Выключен, раз включен иммунитет. Похую. Уязвимость к добиваниям. Чья уязвимость, блядь? Опять же, блядь, чья, сука, моя или чья? Нихуя не ясно. Вот кто бы, сука, это объяснял, блядь. Шансы, расчлененка, вот это все. Заебись, короче, энергия. Максимальное значение, вот. 10, нахуй. Множитель скорости, восстановление, заебись. Потеря мощи знаков, 0, нахуй. Нахуя мне мощь знаков терять? Или красавчик же, или чё, нахуй? Управление, блядь, главное.
хуй знает, что это. Наведение, ручное авто, наложение мгновенное. А геймпад мне похуй. Адаптивная стойка, цели на экране. Это я хуй знает, это вообще пускай все так и будет. Дальность хуйни какой-то, настройка наведения. Похую, это пускай все так и будет. Вес, направление взгляда, вообще похуй. Противники, блядь. Уклонение, блядь. Так, давай вот с противниками, блядь. Агрессивность в бою. Ну и пускай высокая, блядь, пускай хуярят. Выключить отрицание урона. Полученный урон, ну, наполовину снижается, да, допустим. Люди и вот эта вот хуйня. Неумелые, блядь. Шанс встать в блок. Ноль, нахуй. Шанс выйти из блока, блядь. Чего? Что это такое, блядь? Ноль, нахуй. Добавочный шанс за удар. Вообще не ясно, что это такое, блядь. Шанс парировать. Пошел, нахуй, ты не будешь парировать, нихуя. Уклониться от быстрой, блядь. Пошел, нахуй. Уклониться от мощной. Пошел в жопу. И всю эту хуйню. Так, добавочный шанс за удар. Что это такое? Не ясно, нихуя. Пускай, короче. Новичок, нахуй. Встать в блок. Ну давай, хуй с ним. 1%, нахуй, долбоеба. Выйти из блока. Тоже 1%, нахуй. Шанс за удар. Что это, не ясно, нихуя. Шанс парировать. Давай, блядь. 1%, нахуй. Уклониться от быстрой. 1%. Уклониться от мощной. 1%, блядь. Уклониться от знака. Пошел нахуй. Хотя, пускай. Один, ебаный. От снаряда. Он долбоеб, нихуя не умеет окуняться. Блоков до попытки контратаки. Ноль, нахуй. Шанс контратаковать. Ноль, нахуй. Все, адепт, нахуй. Смотрим, блядь. Просто, блядь. Ударов до попытки блока. Ну, давай. Три, пять, нахуй. Шанс встать в блок, блядь. Давай, 10, нахуй. Выйти из блока. Пускай так и будет. Шанс на удар. За удар. Шанс парировать. Да хуя что-то, блядь. Давай. Пускай 15 будет. У адепта, блядь. Уклониться от быстрой. Тоже давай. Давай 10. Уклониться от мощной. Тоже 10. Уклониться от знака. Пускай 5. Нормально. Уклониться от снаряда. Что-то до хуя, блядь. Пятера. Блоков до попытки контратаки. Ну давай. Пускай. 5. Шанс контратаковать. Да хуя что-то, блин, давай. 15. Шанс на удар что-то 0. Эксперт, ветеран, хуй пойми. Ударов до попытки блока. Ну давай. 3, блядь. Шанс стать блоку. Давай. 7, 20. Выйти из блока, пускай так останется. Добавочный шанс эту всю хуйню парировать слишком дохуя. Пускай 20. От быстрой атаки 15. От мощной атаки 15. Клониться от знака 15. От снаряда, блядь, дохуя что. 15. Блока до попытки контратаки 2. Шанс контратаковать. Пускай 5. Это пускай так будет. Ветеран. Блоков до попытки. Ударов до попытки блока. Давай. 2, раз он такой крутой. Ну 3, хуй с ним. Шанс встать блок до хуя. Что-то давай, блядь. 30. Выйти из блока. Пускай 1. 3. Давай. Шанс за удар это не трогаем. Шанс парировать дохуя что. Давай. Трицарик. Уклониться от быстрой. Ну и пускай, короче, трицарик у них стоит. Уклониться от знака слишком дохуя, блядь. Пускай 30. 30. Блоков до попытки контратаки. 2. Не помню, что там было. Шанс контратаковать, пускай 30 уже стоит, добавочный шанс.
Щитник, новичок. Вот этих долбоебов понерфить надо. Ударов до попытки блока. Один. Шанс стать блок. Полтинник. Выйти из блока не трогаем. Добавочный шанс за удар. Не трогаем. Шанс парировать. Полтинник. Так, снаряд, контратаки. Один блок, контратака. Ой. Пускай. Щитник-эксперт. Этого посильнее можно сделать. Ударов до попытки блока. А тут сколько? Один. Ну и это пускай один будет, чтобы его въебать можно было разок. Шанс стать блок. Раз он эксперт, 70. Шанс за удар. Шанс парировать слишком дохуя. 70. Уклониться от быстрой атаки. Так, я там 5 ставил, тут 10 поставим. Снаряд 10. Блоков до попытки контратаки нормально. Шанс контратаковать пускай. Двуручник. Выйти из блока, шанс удар, шанс парировать, дохуя что у него. Полтинник. Клониться от быстрой. 10, от мощной. 15, давай наоборот 20. Клониться от знака. Да, хули не совсем тупые, чтобы 5 хотя бы было. От снаряда 5. Блоков до попытки контратаки. 2-1. Шанс контратаковать. 60 мы сделаем. Так, и все, назад. Так, чудовище. Поехали, крупные. Ударов до попытки блока. Пускай будет 3. Шанс встать в блок. Шанс парировать. Что-то дохуя прям у них. Давай 30, блять. Но так как крупные, они от быстрые пускай так. От мощной. Короче, сравняем. Вот так по 15. От знака хули ему клоняться. Они не понимают нихуя. От снаряда тоже. Блоков до попытки контратаки. Пускай 3. Шанс контратаковать. Полтинник нормально. Нормально, все малое. Но это пошустрее должны быть. Ударов до попытки блока 2. Шанс стать блок 20. Выйти из блока. Шанс удар, шанс парировать. Пускай 25. Быстрая, мощная. Пускай, короче, так и будет. Уклониться знака. Уклониться от снаряда. Короче, и все, пускай так и будет. Назад это у нас было что? Бой. А что это было-то, блядь? Противники. А, да. Навыки. Прирост навыков всех я поставил максимальный. Они там что-то как-то прокачиваются, но я не знаю почему, что все у меня разблокировано было, я все вкачал. Что там еще навыки почитать надо, тут там было на английском все. Короче, алхимия, блять. Вот это я не понимаю. Длительность дистилляции. Что это нахуй такое? Вообще не ясно, нихуя. Длительность варки за ингредиент, блять. Вообще непонятно, что это, сука. Тут все по максимуму ебал. Поэтому бесконечно не висят эта хуйня. Вот. Выведение активной хуйни всей. Лихорадка, опьянение, это залупа, медитация, все, короче, это похуй, анимация выключал, что-то было, блядь, игровой процесс, визуальные эффекты,
Ночное видение, эффекты. Чё это, блять? Все включено. Пускай так и будет. Инвентарь. Так, исследование. Расход выносливости отключен. Это вообще кайф. Сканирование противников. Но тут что-то как-то... сопротивляемости, урона, процент за каждые 10. Ну, типа, допустим, если сотый уровень максимальный, то у него будет сколько, блядь? Хуй пойми, короче, неизвестно. Цифры непонятные никакие, блядь. Так, модификатор здоровья. Вот, к примеру, если взять, допустим, здоровье, сколько там, где поставил все там... Давай, блядь. Вот, допустим, 50. Что это будет, блядь? Вот просто, блядь, сейчас закроем. И посмотрим, блядь, что это стало в игре тут. 6925. Подожди, может, сохранить надо и зайти. Сохранить. И давай загрузим. Может, цифры поменяются. В поисках Йеннифер, своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. Так, смотрим. 6925 так и осталось. Токсичность нихуя не спадает. Генерация, заебись. Короче, блять. Пока нихуя не ясна настройка, что там. Моды. Множитель здоровья игрок. И с ним. Пускай как было. Два. Реликты. Ну это, короче, леши и всякие вот эта хуйня. Трупоеды посильнее. Бестии. Инсектоиды. Вампиры посильнее. Драконы. Грифоны. Гибриды. Огры. Накеры. Люди один. Духи стихии. Элементали, что ли? Дикая охота 5. Животное 1. Модификация урона. Игрок. Ближний бой. Ну, пускай так и будет. Арбалет, давай я может, на пятерку нахуй. Знаки. Ну, знаки-то по-любому должны быть покруче. Давай тоже пятеру. Бомбы. Ну и тоже нахуй. Пятерочку. Не нормально, блядь, взрывали нахуй. Пробитие брони. Игрок. Вот что это, блядь. 50% давай. Противники, пробитие брони. Давай, хуй с ним. Пускай 10 будет. Пробитие брони быстрой атаки противников. Пять процентов мощные. Мощные поселения, да? Пускай, блядь. 7, нахуй. Так, реликты. Это множитель урона, получается. Что это, блядь? Пятерка. Проклятые 2, бестия. Бестия, кто это, я не помню, блядь. Инсектоиды, вампиры серьезные. Духи-призраки 1,5. Драконы 5. Грифоны-гибриды. Огры 3.
Найкеры 1,5, люди 1,5, духи стихии 4, охота 5, животные 1,5, урон со временем, ну доты типа от игрока, урон со временем противников я уравнял. В принципе все, не хочу больше смотреть. Ой, не туда. И еще, блядь, самый главный вопрос. Куда, сука, девается все ебаное барахло, блядь? Вот, надо в настройку заглянуть. Сука. Настройка, привязки клавиш, нахуй. Тут вот куча хуеты. Во-первых, блядь. Выкол, блядь. Пауза, блядь. Движение, спринт, переключить, нету, переключить ходьбу, прыжок, захват цели, взаимодействие, нахуй, заебал, короче, взаимодействие, это Е, нахуй, это Е, мне вообще похуй, сбор трав в седле, блядь, Z, нахуй, быстрая, мощная, тип атаки, пускай вот этот вот, скобка нахуй. Интересно, блять. Скобка это когда английский стоит? Ну да ладно. Модификатор дальности атаки, блять. Высокая, средняя. Че это такое, сука? Дальность высокая, дальность средняя. Так, подожди-ка. Можно ли мощную атаку сделать shift и левая? Нет, просто левая, правая. Сука, на что тогда парирование, сука, сделать? Наверное, там хавчик какой-то, блять. Ну ладно, сейчас посмотрим. Уворот Alt, кувырок пробел. Быстрый доступ C. Чутье, блядь. Ночное зрение, блядь. Раз. Два. Позвать лошадь, shift, лоб спешится, мышь 5. Это у меня мышка с кнопками, блять. Вроде я понял, какие кнопки. Вынырнуть, пробел, нырнуть, это самое. Вот, слоты. Тут, короче, типа... Это нажать, а это держать надо. Чё, какие-то буквы? RF, T, Y. По сути, что там можно? Свободное G, допустим, да, на чутье ебать. G на чутье, чтобы не ебать мозг, нахуй. Ну-ка. Давай-ка G. Так, погнали дальше. Стальной меч 6-7. Так. На арбалет бомбу. Так, арт 1, игни 2, ирден 3, квен 4, акси 5. Хорошо. Худ, хуют, вот это вся хуета. Переключение маркеров. Увидеть основное. Статистику какую, блять, статистику, не ясно нихуя. Карта, задачи. Сменить задачу. Да я через инвентарь нахуй захожу. Вот всю хуйню. Это все нахуй не надо. У и это что, блять? Панель медитации. М. Панель алхимии. Л. Ремесла. О, блять, бестиарий. Б, блять, глоссарий. Г, нахуй. Убрать глоссарий с этой хуйни.
на какой-нибудь залупу, блядь. Давай на вот эту. Точка. А, ну и все. Вот. Так, F1 меня интересует. Это ебаная хуйня. Сменить задачу. Худ. А, ну похуй. Проверим, как, короче, сильный удар. Так, мечи, это все понятно. Жи чутье. Ну-ка. А чё, Е, взаимодействие, я ж писал. Сука. А чё, блядь? Погоди-ка, блядь. Настройка. Резкий клавиш. Хват цели. Взаимодействие. Е, я же написал, нахуй. Чё не нравится-то, блядь? Блять, сука. Мы как взаимодействуем, блядь? От первого лица, типа камера, блять. Только нахуя мне это надо, блять. Ну, сука, блять. Привязки клавиш. Как взаимодействие-то нормально поставить? QERT не подходит, Y не подходит. X, C бомбы, Z. Это хуйня. Может, капс? Ну-ка. Ой, не то. Сбор утра в седле, взаимодействие. Капс. Ну-ка. Так, ну-ка попиздим, братан. Нихуя не хочет пиздить. Я не вкуриваю, блядь. Настройки управления. Взаимодействие. Камера, захват цели. Так, а блок-то какой будет? Это из-за блока, наверное, не может. Может, еще где-то капслок тут был. Ночное зрение, блядь. Так, пробел, нырнуть, вынырнуть. Insert MJ Tab. Надо блок какой-то сделать, сука. Жди. Блок или контратака? Может, средняя кнопка мыши, блять. Нет, это левая. Средняя. Давай сделаем так. Взаимодействие Е.
А чё он, блядь, пиздеть не хочет, что ли? Ладно, попробуем сохраниться. Загрузить. Может быть, нихуя не получается из-за этого. В поисках Йеннифер, своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. Так, вот он собирает мне, нет. Он собирает. Он просто пиздеть не хочет, этот мужик, нахуй. Все, на ей нормально собирается, короче. Ну и все тогда. Так. Теперь с этой. С мечами, нахуй. Так. На эту мышку не работает, нихуя. А че он? Блять, как это сделать-то, блять. Так. Ой, блядь. Настройка. Трески, клавиш. Ну, допустим. Что он там? Допустим, R пускай будет. R, блядь. Ладно, допустим, и тогда. Раз это действие все равно. Клеска клавиш. Где он там? Е. Так он не блокирует, нихуя не делает вообще, блядь. Блок контратака, блядь. Сука. Настройки, моды. Боевая стойка. Врага, чтобы протестить эту хуйню. Так, а мне сейчас куда? Но. Собирают нормально. Вот, кстати, враги. А вот.
Вот вам, блять, поехали. На! Нормально, да, кстати, с плотвы собирать. Плотва не так быстро. Магия — это место силы. Тут, кстати, мужик должен с куском. Плотва не так быстро. Сейчас мы с ним попиздим. Ну, все, все, все. Кстати говоря, может быть, в плотве эта вся хуйня лежит. Как в сумке-то зайти, блядь? Бля, ебаный в рот. Сумки плотвы, как зайти-то, блядь? В снаряжение. Статистика. Тайник, во. Вот оно где все это, параша это вся. Я думаю, что за хуйня. Надо как это все будет продавать потом. В тайник все складывается, это говно, блять. Что случилось? Чудовище! Чудовище из болот! Говорили мне, что здесь дорога опасная, а я не послушал, и по делам мне! Меньше стенаний, больше фактов. Что случилось, как помочь, и помни. Ведьмаки за даром не работают. Ну, собрался я к черным торговать. Вдруг конь переполошился и понес. На колдобине вылетел я скозил, а повозка поехала дальше. Вдруг слышу какое-то бульканье, ржание и чавканье. Что-то там было. И что-то, кажется, сожрало сивку вместе с копытами. Товар в повозке, а мне и проверить страшно. Я подумал, может, вы? Больше всего мне один сундучок важен. Принесите его, очень вас прошу. Ладно, схожу. Когда найду сундучок, дам знать. Так, сундучок, это мы можем. Так, а где сундучок-то? Я не помню, блядь. Нихуя у него урон. Ну, считай, разъебал. Тогда надо пересмотреть настройки. Так. Моды. Так, модификаторы урона. Быстрые атаки противника. Мощные реликты. Трупоеды. Тогда пускай эти на двойку. Поеды. Один. Кто там еще у нас? Проклятые. Тоже один. Они и так сильные, кстати говоря. Инсектоиды.
один вампиры. Ну, пускай полтора. Духи-призраки. Ну, обратно один. Драконы. Ну, они крутые, типа. Давай еще им двойку. Грифоны. Тоже пускай двойка. Гибриды. Это вообще лохи. Один. Огры. Ну, они типа большие, давай полтора. Накеры. Что-то дохуя, пускай один. Люди половина. Духи стихии. Это элементали, типа. Похуй, пускай два. Охота. Ну вот охота можно нормально сделать. Пускай, допустим, тройка стоит. Ну, до первого встречи. До первой встречи еще далеко. Так, допустим, вот так. Так, сохранить. Загрузить. То я не знаю, применяется ли изменения сразу или нет. В поисках Йеннифер своей давней любви проверим. Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. Он прям дохуя хп снес. Это у него был двойной урон, сейчас у него будет поменьше. Где ты, ебаный, блять? Что-то похавать. Так, Квена. И на повозку наткнулись. Повозка, утыканная стрелами. Интересно. Здесь стоит осмотреться повнимательней. Стрела. Об этом он не упоминал. Прямо в шею. Хороший выстрел. Или у этого моего купца серьезные проблемы с памятью, или он врет. Должно быть, он об этой коробке говорил. Заляпана кровью. Человеческой. Ну и все еще, отдать им. Обычно всегда у него спрашиваешь, и этот убегает. А тут просто можно... О. Следы повозки, она заехала в болото. Так, а где этот тип-то сидит, блядь? А вот, рядом. О, так что, нашелся сундучок-то мой? Так, раскусил, пожалуйста, вернусь. Да, и так, мы в принципе знаем, что там за история, что он там партизан какой-то. Да, немного намок, но цел. Улыбнулось мне счастье! И тебе тоже, ведьмак. Вот, обещанное золото. Счастливого пути! А чё вот если за ним поехать, типа, по плану? Ну, пошла.
Придержи его. Так, где они сидят-то? Не торопись! Но пошла. Да, внутри звуки надо отключать, конечно. Лишь на полях Нильфгаардской страны. Пошла. Ну, притопил так. Тут в натуре интересно, куда он едет. Вот вы не так быстро. Не торопись. Иди, плотва. Так, он слез. Вот и лагерь этот, вроде как. Нихуя, костра-то нету. Блять. А мне не надо нападать. Костерок разжечь надо. Спасибо еще раз. Повек Тимерия не погибнет, если мы живем. Спасибо еще раз. Повек Тимерия не погибнет, если мы живем. Понятно, блять. Мельница, лесопилка, ну. Так, это кто, плотва, блядь? Или вот это плотва? Вот это плотва. Но! Погоди, плотва. Ну, наеб, блядь, намного привычнее. Так, чё, лесопилка и сюда. Ну нихуя. Неплохо. Давай, плотва. Так, погоди-ка. Настройка. Моды. Так. Чего там, блять? Инвентарь. О. Вес переносимый плотвой, нахуй. 9000 нахуй. И Геральт тоже 9. Давай. Но. Монстры тебе, блять. Неплохой рейндж, кстати, сбора. Так, все, доехали. До товарища Петера Сара Гвинлеве, блять. Сейчас мы с ним побакладим. Варвар. Блять, блюды тхойны. Съебались. Это военный лагерь. Местным вход только по разрешению командира гарнизона. Я похож на местного? Ты похож на того, кто ищет неприятности.
Сука. Наоборот, я от них избавляю. Я ведьмак. Ведьмак? Капитан Петер Сарк Винлеви сейчас в башне, за воротами направо. Не такие уж вы черные и страшные. Когда хотите, умеете быть вежливыми. Не привыкай, Нордлинг. В башню. Я вы дерзкие, блядь. Колтис Грифон Эссарбл. Аэпторп? Не. Хэ. Эрриглар. Марсандейн Карбот. Эсди Кефирин. Нордесулф Хейден Анморес. Так, ну, главное, ничего не спиздить. Сундук точно пиздить нельзя. Так. Еще лучше, ну, вот с этим бакланом поговорить. А, подожди. Часть вашего урожая. Так точно, ваше превосходительство. Знаю, что в амбарах у вас не густо. Но солдат тоже человек. Ему надо есть, правда? Так точно, ваше превосходительство. Вещи улучшены, а как, блять, улучшены, нахуй? Надо вообще починиться, блять. Где этот мужик? Тут же должен быть, а вот. Пароль! Не знаю никакого пароля. И значит, вы здесь просто так ходите? Интересно, зачем? Имперские мечи считать? В армии таких на эшафот отправляют. А таких, которые торгуют казенным имуществом. Вижу, в товарах вы понимаете. Так может, что прикупите? Как там настроение в лагере? Думаете, победа уже ваша? Ага. Значит, все-таки шпион или провокатор? Да мне просто любопытно. Ага. Ну так вот. Можете передать всем любопытствующим, что войну мы выиграем. И это по той причине, что Родовид больной на голову, о чем и так все знают. А у нас первоклассно обученная армия и снаряжение на высоте. А кстати, вы хотели что-то купить? Давай, давай, позови. Покажи мне свой товар. Так. О, 1%. Вот это то, что надо, блять. Чтобы я мог просто все скупить. Так. И самое главное, где у меня, блядь, не надо тайник открыть, сука. Лавка, ремесло. О, вон сколько тысяч. Сейчас погоди, блядь. Ну-ка. Бывай. Сейчас я мечей накладу, блядь, у него денег-то по-любому не хватает. Ладно, похуй. Так, тайник. Просто, блядь, барахла себе ебаного накладу. А вот этого хотя бы белого, блять, наебну. Вы шпионить или... Покажи. Так, 200 у него этой хуйни. А чё за хуйня? 0%, блять. Погоди, блядь. А, знаю я такую настройку. Сейчас, блядь, зайдем, посмотрим. Настройки, блядь. Моды, ВЕ, вот. Так, процесс. Нет, не то, дополнение. Экономия. Качество, нахуй. Нет, не то. Категории. Нет, не то. Даже покупка не то. Прочность. Вот, скорее всего, это цена за прочность. То есть надо, блядь, максимально сделать за все, нахуй. Вот так. О-о-о. Покажи мне свой товар. Теперь смотрим. О! Ну денег у него, сука, нет, нахуй этого мудака, блядь. Покупить я могу дохуя. Так, ну надо, чтобы у них деньги были, у этих торговцев-то, блядь.
какой-то мод на то, чтобы у торговцев были деньги, но да. Ой, сука. Сейчас посмотрим, может есть такой мод. Бывай. Успокойся, ведьмак.